Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. Сегодня я вам хочу рассказать очень важную новость касаемо iOS 14.3. Итак, сейчас большие проблемы испытывают такие устройства, как iPhone 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus. Потому что на этой версии iOS 14.3 ни в коем случае не обновляйтесь. Вы за минуту просто просмотра видео в YouTube будете терять 2-3%. Представьте, за одну минуту всего лишь. То есть там сейчас очень большие проблемы. Однозначно не устанавливайте, она сейчас очень нестабильная для этих старых устройств. Мы знаем с вами, что компания Apple всегда делала так, чтобы занижала производительность наших старых устройств, чтобы мы покупали на новые. То есть это было касаемо батареи, касаемо просто в целом работы системы и так далее, и так далее. То есть это все неправильно, конечно, с их стороны, как для нас, пользователей, но как для них, коммерческая компания, конечно же, для них это хорошо. Но я просто записываю это короткое видео для того, чтобы вы были предупреждены и знали, что на эти устройства не устанавливайте данную iOS. А чтобы быть в курсе новых событий, подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Всем пока!